сегодня юбилейные даты, 10-й раз проводим конкурс слов лучших товаров и услуг из многих товаров. В первом году, в 2003 году, примерно участников было около 90 предприятий, в этом году участников выросло почти 2,5 раза. 234 предприятия сегодня принимают участие, несмотря на различные кризисные годы, кризисные периоды. Престиж нашего конкурса растет, и при этом я хочу сказать, не только престиж, а сегодня есть качественные результаты. Но, наверное, общая наша совместная работа и президента, и правительства Республики Татарстан, всех наших коллег-министров, это главный показатель качества уровня жизни татарстанцев сегодня растет. Два таких вот примера. Первый – это продолжительность жизни. 72 года по статистике, да, но мы будем стремиться еще как бы лучше. Ну и объема розничного товарооборота в пределах где-то около 600 миллиардов. Я думаю, в этом году это будет даже больше. Каждым годом идет примерно где-то 3,5-5% средний годовой рост товаров. То есть это говорит о том, что население Татарстана имеет определенное увеличение доходов на душу населения. Если мы говорим о лучших товарах, лучшие товары могут быть только в том случае, если они соответствуют тем или иным стандартам, которые приняты. Это первое. Второе, значит, естественно, как цена любого товара, который есть на рынке. Сегодня есть рыночные отношения, никто никому не может диктовать. На рынке, если сложились определенные категории цен, мы, конечно, выше этого предприятия не можем продавать. Поэтому мы здесь как бы относимся еще с точки зрения, как внедрить здесь технологии по снижению себестоимости. Такие направления, как бережливое производство, то, что было принято решение президента. Такие направления, как внедрение информационных технологий, допуска подготовки производства. Вот эти вот инструменты, которые позволяют оперативно организовать работу и, прежде всего, обеспечить конкурентоспособность себестоимости, не снижая качество своей продукции. Из года в год я могу сказать, в рамках крупных промышленных предприятий, это у нас традиционный КАМАЗ, это наши предприятия, которые работают в области пищевых продуктов. Вот здесь вот вы видите на выставке чугунный бойлер. Системно наши участники, это Адонис по шитью верхней одежды и особенно школьные полки. Да? Также вот Нижнекамский нефтехим постоянно работает на совершении и технологий, и рамки снижения экологических вредных, выбросовредных веществ, и в том числе новыми продуктами, которые востребованы для малого и среднего бизнеса.